Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Баженит и Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Буквально несколько дней назад услышал, написали комментарии по поводу распиловки рулонов. Ну, это хорошо, написали хорошо. Вы меня этими комментариями провоцируете на более подробную съемку. Женщине будет молодой интересно посмотреть, почему же я рулоны эти распиливаю. А также будет интересно посмотреть тем, кто намерен в ближайшее время купить пресс. А у каждого пресса выходят разные рулоны. Вот я сейчас... говорить можно долго, проще показать. Значит, вот это рулон из-под 62 класса. Вот я стою, значит, 120 высота. У меня высота 172 или 5, вот так. Высота 120. Вот этот рулон 175. Вот он, 175, видно, да? Да. Сразу, значит, покажу. Потому что девушка говорит, а что вы его пилите, неужели не можете его взять, размотать? Показываю. Я один. Вдвоем мы попытаем, можно попытаться, но с женщиной бесполезно. Тут есть свои плюсы, свои минусы. Кто будет озадачен этой проблемой, пусть сразу посмотрит. Свободно стою. Если взять рулон из-под ПРФ, встать наверх, то провалишься вот так вот по колено. Даже в поле, когда он выпал рулон, значит, из камеры. Обед привезли, чтобы не сидеть на земле, а значит, обедаем, бросим рулон вот в таком положении и обедаем. Ну так стоя удобнее, потому что сидеть на земле, там либо клещей нацеплять, либо еще какой, ну не гигиенично. Потом вдвоем, не каждый рулон, два мужика могут его обратно повернуть назад. Спустись я. Спустись. Вот, видите, вот черное пятно. Сюда иди. И вот здесь вот тоже черное пятно. Спросите, почему? Все, иди также назад. Потому что скрутили мы рулон. Прошел дождь. Намокло сверху и снизу. Рулон начинает портиться не сбоку, а с верхней части его не проливает. А влага остается внизу, и он начинает, рулон портится снизу. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Маленький рулон удобно кантовать. Большой рулон кантовать тяжело. Но, значит, сейчас я попробую, значит, где же у меня вилы-то? Сейчас я покажу, значит... Завязан он, вот, ну практически каждые 5 сантиметров, потому что это сено для себя крутил. И вот последняя нитка, здесь каждые 5 сантиметров, а здесь, ну, штук 6 рядов. Потом нитка торчит, я беру его, вот узел вот здесь вот находит, вот он. Видно, да, узел? Потому что девушка сказала, типа, ленивый, что не можете взять его вилами, размотать. Сейчас я продемонстрирую.
У девушки тоже не каждый день будет муж под рукой. Ей тоже придется наверняка рулоны самой раскручивать. Саратовский тоже. Пусть посмотрит, определяться с выбором. Попробуйте его, раскрутите. Спин раскрутишь. Вот для этого. Что? Можно, конечно, вот эту часть разрубить топором. Но это будет долго и тяжело физически. Но я делаю по-другому, проще. Короче, нитку нужно обязательно убирать. Если нитку не убрали, намотает вот сюда вот, на эту звездочку ведущую, замучишься вытаскивать. Смотрим и делаем выводы. Что лучше, маленький рулон или большой? Маленький удобно кантовать, но выход хорошего сена. Вот, дальше пошло уже нормальное сено. Что лучше, большой рулон или маленький? Думайте, определяйтесь, выбирайте. Это я, конечно, быкам отдам, если это переберут. Можно выбрать. И так вот могу распилить до самой середины, потому что плотность прессования до 200 бар у наших российских 100 не набирается. Ладно, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь, спрашивайте. Всем пока.